«Движение без опасности» представляет 6 лучших российских кинорежиссеров в самом обсуждаемом социальном проекте 2012 года. Некуда спешить. Кино – мощное средство пропаганды, поэтому мы решили сделать центром нашего социального проекта киноальманах «Некуда спешить». 5 неторопливых историй, которые должны были заставить водителей взглянуть на жизнь немного по-другому. Рекламная кампания «Киноальманаха» стартовала на ТВ, в наружной рекламе и на популярном у автомобилистов авторадио. Интернет-пользователи увидели баннеры и пришли на сайт проекта. На экране показывался трейлер фильма. За несколько дней его посмотрели более 50 тысяч человек. Закрытая премьера «Киноальманаха» прошла в Москве в кинотеатре «Октябрь» и стала главным кинособытием месяца. А открытый показ в парке Горького в Москве собрал несколько тысяч человек. По итогам кампании вышло более 700 публикаций в СМИ, а почти 40% россиян изменили свое отношение к теме скорости. И главное, огромное количество людей вспомнило о том, что жизнь стоит того, чтобы снизить скорость.